Памппинг – это субъективное ощущение распирания и уплотнения мышц после выполнения физических упражнений с частым многократным повторением однообразного движения. Памппинг связан с увеличением объема мышц за счет усиленного кровонаполнения и отека тканей. Сейчас я вам расскажу самое интересное о аминокислоте аргинин, короле среди добавок для памппинга. Факты и эффекты аргинина. Аргинин – это условно незаменимая аминокислота в организме человека. В бодибилдинге используется как донатор азота. Попадая в организм, она подвергается воздействию ферментов, которые синтезируют из него оксид азота. Аргинин необходим для нормальной работы печени. Он помогает очищению печени и освобождению от шлаков. Аргинин ускоряет восстановление после нагрузок, а также помогает заживлять травмы. Также аргинин влияет на сосуды, за счет чего снижается артериальное давление. Аргинин работает совместно с другими аминокислотами, увеличивая гормон роста и укрепляет иммунитет. Аргинин используется не только как самостоятельная добавка, но и транспортная система за счет повышения кровотока в мышцах. Аргинин улучшает доставку всех питательных веществ к мышечным клеткам. В частности, его используют как транспортную систему для креатина, поэтому их желательно принимать. Для набора мышечной массы аргинин рекомендуется принимать в дозах от 3 до 9 грамм в сутки. Чем выше дозировка, тем ощутимее эффект. Однако, не рекомендуется превышать дозу более 10 грамм. Начинайте прием с наименьшей дозы, затем постепенно увеличивайте ее. Порошковые формы растворяют в холодной воде на 1 стакан. Таблетированные запивают стаканом воды. Лучшее время приема аргинина – перед тренировкой, после тренировки, для улучшения питания мышц и памппинга. На ночь – для усиления секреции гормона роста. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал.